не включил видео. Давай дубль 2. Дубль 2. Короче, здравствуйте, мои дорогие. С вами я. И в гостях у нас сегодня знакомый кулинар Алексей, который расскажет, как приготовить вкусно, быстро и полезно айву. Что для этого нужно сделать? Расскажите, пожалуйста. Значит, смотрите. Срываете айву, желательно свежесорванную. Ложите ее между стеклом и торпедой автомобиля. Сорвите. Желательно со стороны водителя. Почему? Потому что там торпеда выше, и она позволяет айве упереться прямо в стекло. Но это все зависит еще от модели автомобиля. У нас здесь Ланус. Но если у вас нет Лануса, можно приготовить... Нет, номер там не видно, так что не беспокойся. Тебя не арестуют. Да. Так, и что дальше? Дальше ставите ее на солнце часа на полтора. Айва полностью под лучами, под тепловой обработкой получается как запеченная, но при этом сохраняются все витамины. Да, если... И очень вкусная, очень. Да, но в каких месяцах так можно готовить? Понятно, что в декабре или там солнце тоже? Ну, сейчас у нас сентябрь, айва уже спела, и солнца еще достаточно. То есть это получается натуральная печеная айва. То есть не надо покупать ни микроволновку, ни духовку. Ничего. Да, но надо автомобиль купить, который хуй знает сколько стоит. Так, ну а теперь самое главное, дегустация. Ну а что ты думал, я же хочу попробовать. Айва запеченная на торпеде называется, да? Да, пробую. А, запах неповторимый. Неповторимый запах. Запах вонючей торпеды. Да нет, запах, да, кстати, такой удивительный запах, я никогда... Медовый. Да, еще чуть-чуть машинным маслом и бензином, балдеж, а на вкус? Да? Попробуй. Смотрите, какой внизу получается офигенная коричневая штуковина. Но это надо потом перевернуть на вторую сторону, да? Ну да, на вторую. То есть по полтора часа с каждой стороны? Ну, в районе часа. В районе часа, да? Да. Ну, а на вкус? Слушай, я никогда такую арву вкусную не освежу. Ну, я ж тебя вижу. Смотрите, как она глубоко пропеклась. Наполовину это она еще докушала. Вот и все. Я в шоке. Это надо. А ты не будешь сейчас со второй стороны ее? А? Со второй стороны ее запекать? Буду. Офигеть. Я что-то, видишь, перевернулся. Прикинь, так это же можно это ты. Перевернул, сейчас пока мы доедем домой, будет айва готова. Слушай, так это можно это продавать, это как это? Продавать, как продавать. В ресторанах.